Добрый день. Представься, пожалуйста. Данил Зевс, Тесленко. Как успехи на турнире? Нормально, как вы видите. Топ-2 уже, так что, в принципе, неплохо. Расскажи про игру с Lions. Ожидали, что вы выиграете ихнюю карту, они выиграют вашу, и все решится на последней? У нас сейчас вообще, как бы, если поподробнее, ситуация очень нестандартная в команде в плане капитанства. То есть есть карты, на которых лучше командую я, есть карты, на которых лучше получается у Сереги. И, допустим, на Dusty 2 я взял инициативу в свои руки и полностью откомандовал на этой карте. Ну и как бы на Тускане мы все как бы согласились на том, что я буду должен тут дальше командовать, но при этом какой-то эмоциональный либо срыв, либо подъем, я даже не знаю, произошел в определенный момент в игре за атаку. И мы начали немножко теряться, не понимали, как бы не могли их прочитать. Я не мог лично как капитан прочитать, что они делают, и не мог правильно выбрать правильную атаку. И игра пошла какая-то нервная и перевозбужденная, мы не могли нормально давать инфу, играли очень неспокойно, тупили, отдавали свои раунды, и в конечном итоге проиграли довольно-таки с крупным счетом эту карту. Вот, и на третьей карте мы все сделали такое, приняли такое решение, что командует Серега, потому что мне надо успокоиться и просто включиться, и хорошо как бы стрелять в первую очередь, и играть индивидуально. Вот, ну а чем как бы когда надо, чем можно помогать. Вот. И в принципе очень классно откомандовал Серега. Он очень много прочитал грамотно, куда будут идти атаки. И мы часто играли на банане 3B, вот угадывали, они туда как раз часто ходили, но все получалось. И выиграли за дефенс с уверенным счетом. Вот. Так как получалось, что когда они брали один раунд, мы сразу брали следующий, и у них все время было эко. И по экономике очень сильно их как бы напрягали, они ничего не могли сделать. Вот. Ну а за атаку, как бы, после взятых пистолетов, там нужно было всего лишь добрать некоторые раунды, несколько, и, в принципе, что мы и сделали. Вот. Я очень доволен, что мы в финале. Завтра у нас будет очень серьезная игра. Ну, будет игра... Что либо, я думаю по поводу, кто победит? Либо СК, либо СК, но подожди, об этом позже. Что ты думаешь о том, что вот команда постоянно в групповых этапах еле выходит на соплях практически, а потом только раскачивается? То есть это какая-то... С чем это связано? Вы не разыгрываетесь? В данной ситуации я могу отметить, что, несмотря на все, наша группа была намного сильнее, чем другая, и поэтому... Игры, которые мы провели, конечно же, с командами такими, как Mousesports, SK, ну, Anexis, конечно, там, ну, пускай это можно отметить, в принципе, и Anexis, и поляков, они были очень сильно напряженные, но при этом, как минимум, команда поляки, SK, они выше уровнем, я считаю, чем в данный момент Fnatic и Lions. Вот, поэтому, в принципе, как бы мы... Плюс, конечно же, повлияло на то, что на турнире тебе нужно почувствовать вот силу, почувствовать то, что как бы надо не просто там я вот охрененный, и мы сейчас будем всех выиграть, а то, что ты можешь быть классным, ты можешь классно играть, но тебе нужно раскачаться, тебе нужно почувствовать, что нужно тащить, нужно помогать друг другу, нужно не мошнить, не ругаться, а вот именно сплотиться, именно идти вперед, как один механизм. Вот, то есть, как бы группа это нам дала. Особенно в игре с поляками, то есть, как бы мы понимали, тут уже либо все, либо ничего, и реально уже, ну, то есть, там, совсем на полшища, как говорится, уже были на вылете, но в то же время мы верили до конца. Наверное, в этот момент очень много людей сидело, держало за нас кулачки, болели, вот, искренне. Большое спасибо вам, ребята, за то, что вы нас поддерживаете, и, наверное, вот... Благодаря всему вообще вот этому мы смогли взять эти сумасшедшие раунды с поляками и вырвать эту победу, что нам, в принципе, уже привело нас к финалу. Сейчас начинают играть СК против поляков, против ЕСС. Как думаешь, кто победит, на каких картах будет играть и вообще как будут разворачиваться события? Я думаю, что СК против поляков вычеркнут, по идее, должны вычеркнуть Тускан и Dust2, а поляки должны вычеркнуть, по идее, Forge против СК. И тут, как бы, я не знаю, либо Train, либо Mirage. Потому что на Train СК очень сильно обыграли поляков, вот, но при этом...